Второе продолжает вспоминать прошедший сезон через призму игры каждого из волейболистов. Вместе с вами мы освежили в памяти, как сложился минувший сезон для восьмерых игроков «Зенита». Сегодня на очереди номер 12 – вундеркинд российского волейбола, MVP юниорского и молодежного чемпионатов мира, талантливый и перспективный Виктор Полетаев. Виктор находится в структуре «Зенита» с 2012 года и за это время успел пройти путь от молодежной команды до игрока стартовой шестерки «Зенит Казань». Прошлым летом Полетаев стал победителем сразу двух чемпионатов мира. Сначала в составе юниорской сборной России, а чуть позже и в составе молодежной. После этого Виктор принял участие в матчах предварительного этапа Кубка России, где играл не очень много, но при этом атаковал с высоким процентом, набирая больше 10 очков за матч. Полетаев хороший, Витёк помог. Свеж, бодр. Со стартом регулярного сезона Полетаев все реже появлялся на площадке во время официальных встреч, но всегда был задействован в тренировочном процессе вместе с основным составом. Владимир Алекно точечно и кропотливо готовил 12-го номера казанцев, чтобы тот превратился в игрока, способного помочь команде в самых важных матчах. Первые плоды этой работы мы увидели в январе, когда Полетаев дважды успешно выходил на замены в матчах против Белогорья и Газпром Югры на Кубке России, набрав в тех встречах 6 и 7 очков соответственно. В домашнем поединке против Тюмени Виктор набрал 11 очков, став самым результативным игроком встречи, отметившись также тремя блоками. Несмотря на то, что Виктору лишь неделю назад исполнилось 19 лет, диагонально играет не по годам зрело. Но ведь Виктор силен не только удачными действиями в атаке. Мощные подачи, которые исполнял левша Полетаев, не раз сбивали соперников с приема, а благодаря отличному прыжку Виктор хорошо смотрится на блоке. Высота съема Полетаева составляет 3 метра 68 сантиметров. Хотите прыгать так же? Тогда освежите в памяти мастер-класс 12-го номера казанцев «Как увеличить высоту прыжка». Именно этот сюжет стал самым популярным на ZTV в минувшем сезоне. Я Виктор Полетаев, и максимальная высота моего прыжка 3,68. А сколько прыгаешь ты? Ну а если вы находитесь в размышлениях, что подарить своей второй половинке, то, возможно, вам поможет сюжет о том, как Виктор выбирал подарок на 8 марта. Как мы знаем, перед стартом финала 6 чемпионата России Максим Михайлов получил травму и не смог помочь своей команде. А в обойме «Зенита» осталось 2 номинальных диагональных. Роман Яковлев играл не столь убедительно, и свой шанс получил молодой Полетаев. В итоге Виктор стал третьим по результативности в составе «Зенита», набрав 57 очков в 4 играх финала 6. 18 очков против «Губернии», 16 баллов в матчах против «Локомотива» и «Белогорья». Согласитесь, впечатляет для 18-летнего юниора, который 30 апреля впервые для себя завоевал титул чемпиона России. За Виктора Полетаева, который в 19 лет стоит и, в общем-то, там делает что-то. И, скажем, там за то желание у команды, той ситуации, в которой мы находимся, в общем-то, там мобилизация команды для меня, как для тренера, дорогого стоит. Эмоций просто очень много, я даже их не могу передать словами. Первый раз на таком уровне, как бы я считаю, до этого победы были так по детям, но эта победа уже на большом уровне. Но на этом сезон для Виктора не закончился. В июне в составе фарм-клуба «Зенита Академии» Полетаев выиграл Всероссийскую летнюю универсиаду по волейболу. ZTV вместе с болельщиками желает Виктору ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, а продолжать завоевывать все новые и новые титулы в составе «Зенит Казань» и сборной России.